Так, ну ждем, что какие события будут. 54-й год. Середина игры должна быть в 300-м. Так, система изучена, какая у нас? Здесь. Нет приказов, говоришь? Давай-ка на автоизучение. А чё? Почему? Вот, система. А, это другое государство. Что-то. Ладно, пускай на автоизучении стоит. Это у нас кто? Ребуч 6. Первый и шестой автоизучение, значит. А тебе потом после всего этого дела форпостик тут. Так, исследование выбираем. Мегапушка. Звездная крепость. Звездная крепость берем. Обработку пищи, так и быть. Прогноз космической погоды. Так уж и быть, давай избавимся от этого. Надо рубрикатор заполучить, который там есть. О, у нас куча ресурсов. Так. Продадим немножко. Пятерик. И минералов. Десятку не буду продавать, пятерик продам. Пища в минусе, удивительно. Кстати говоря, у нас в дефицит ушла энергия и пища. Ну там по единичке, конечно, но странно. Так, археоисследование. Центр обработки пищи. Оборонительный комплекс. Альянс истинной веры. Внешний вид, кстати, изменился нашей расы. Вот что значит быть псиоником? У дурачков каких-то превратились. Так, выносливость. Давай, выносливость. Так, это чё? О! Оскорбить. Оскорбили. А их чё? Они хотят, чтобы мы их уничтожили? Пересыхание. Мы обнаружили важные сведения в базах данных бункера на Миримур Срету. Судя по всему, это был пост прослушивания. Очевидно, пришельцы нашли способ расшифровать сигналы гриба и преобразовать их в разведданные. Мы не понимаем, как такое возможно, но в настоящий момент команда пытается достать воду с ближайших ледяных астероидов, чтобы пробудить мегагриб и узнать, передает ли он какие-либо данные. Ну-ка.
Так, надо быстренько базами тут все застроить. У нас тут вон и раскопки есть. Отлично. Надолго хватит ему работы. О. Башня, значит, какая-то. Вскоре после прибытия мы приземлились на каменную опору, выточенную словно специально под габариты нашей сферы для изучения разломов. Местоположение опоры оказалось настолько удачным, что все предположения о случайности отметаются сразу. Во все стороны простирается безбрежное светлое небо. Первые сканирования показали, что мы расположились на самом верху огромной башни, основание которой скрыто от нас плотными вихрями. На краю опоры стоит одинокое существо, одетое в рваную запыленную мантию. По всей видимости, оно хочет поприветствовать нас. Попробовать установить контакт. Конечно, будем устанавливать. Так, раскопки. Где они? Надо быстренько забирать это все. Это у нас кто там? А, это эти. Угасшие. Отрицательное влияние космических бурь на вооружение корабля. Ну, пока не к спеху. Производство металлурга, вот это нормально. И вот это сооружение давай по сплавам. Так, надо заглянуть в планировщик экспансии. Что у нас есть? Значит, священный мир. Скорее всего, это, наверное, этих угасших империй миры. Их всего два. Ну и где он? Идеальный мир. Так, что там еще, значит? Кандидат на терраформирование. Так, размер. Планета еще не изучена. Так, там у нас кто? Странники. Мир саванны. Так, найденыш. У нас тоже автоматизированный.
Так, красивая сфера. Это раскопочки у нас идут. Надо посмотреть, где это. Я, по-моему, отправлял. Четвертый, что ли, корабль. После приземления на поверхность Луны Перкиметрии А экспедиции стало ясно, что еще несколько столетий назад здесь действительно процветала цивилизация. В какой-то момент произошла глобальная катастрофа. Видимо, какая-то междоусобная борьба между национальными государствами привела к фатальному обмену ударами оружия массового уничтожения. Как ни странно, хотя поверхность пустая и безжизненная, небо изобилует изменчивыми оттенками вечного северного сияния. Вид получается потрясающий. Пустынные, стальные и каменные останки целых городов, окрашенные яркими, сверкающими цветами, танцующими в небе. Так, это у нас просто раскопки появились. А где? Блин, надо быстрее стараться забрать эти системы. Так, ну понятно, эти не по зубам. Поглощающие рой, экстерминаторы, поборники чистоты. Три только создалось у меня. Киборгов не создалось, маниакальных ассимиляторов моих. Так, что вот с этими делать? Шпионаж. Так, а что я могу сделать? Получить актив. Так, пускай делается. Не знаю, что я нажал, но пускай какой-нибудь актив там получается. Что там с дипломатией у нас? Я не знаю. Ладно, пускай сидят пока. Плюс с ними. Этих тоже как-нибудь взять, разгромить надо будет. Так. Пришлось вернуться в систему. Нет территории государства Ктун.
Ух ты. Так, миры какие-то тут. Ладно, я понял, что я ничего не понял. Надо быстренько построить тут. Два корабля. Так, их внутри-то раскопки. Корабль пропал. Так, сейчас лучевое копье. Космическая торговая компания, пускай будет. Защита от бурь. Так, ну в строй один. Ну в строй два. Так, один. Идешь быстренько строить сюда. Второй идешь быстренько строить сюда. А не хватает влияния? Просто сюда пока перемещаемся. Так, мы все лучше понимаем нашего покровителя. Для него мы не более чем мысль, задворков сознания, насекомые в его доме. И все же мы пришлись ему по нраву. И в связи с этим он одарил нас еще одной крупицей своей силы. Теперь наши телепаты теснее связаны с покровителем, что вдохновило нас на возведение монумента в честь нашего договора, особого места, где наши телепаты и исполнители желаний могут попытаться продолжить общение. Святилище исполнителя. И где его построить? Давай на реликтовом мире, на вот этом. Так, планетарная столица нужна. Угу. Что у нас на... Улучшаем сооружение. Так, заменяем один храм. Подожди, или его здесь нету? Так, ладно, тогда колония 2, колония 1. Ладно, пока не строим, значит. Раскопки полностью завершены. Пересыхание. Грибы мира Мурхсрету вновь ожили. С помощью нескольких кораблей мы сумели притянуть ледяные астероиды, а затем обрушить их осколки в различных местах планеты. На Тайне ушло много времени, но наши труды наконец-то начинают приносить свои результаты. После этого компьютеры начали получать крупицы информации, которые казались нам случайными, пока мы не узнали в них события, происходящие на нашей родной планете. В сотрудничестве с исследователями мира РЕП был проведен ряд экспериментов, единственным закономерным выводом которых
стало открытие, что гриб каким-то образом обладает частичными сведениями о том, что происходит на других планетах. Хотя в настоящий момент полученные данные не представляют собой пользы, особой пользы. Дальнейшие усилия по возрождению гриба должны принести больше результатов. Великолепно. Великолепно. И что? Хоть бы какой-то подарок дали. Так, это что? Получить актив. Наши наблюдатели начали сближение с целями, которые они отметили как потенциально полезные. Ну, пускай. Работают. Так, если раскопки тут завершил, Ребуч 3. Археолог, кстати говоря. То у тебя раскопочки тут рядом есть. Тут у нас что? Семя разрушения. Отлично. Нет приказов. Не может быть такого. Строим. Так, социология. Так, давай все вот это поизучаем. Инопланетную фигню всякую. Так, здоровье платформы. Так, ну к бурям надо готовиться, я думаю, изучать технологии. System survey complete. Так, что у нас, Феста небольшой? Что они там хотят? Ладно, воздержимся, все равно какая разница. О, аномалия. Давай-ка аномалию поизучаем. Мегагриб вновь слушает. Грибной прослушивающий массив полностью работоспособен. Мы доставили значительное количество воды с орбиты, чтобы утолить жажду гриба, а компьютерные системы получили ряд усовершенствований. Но некоторые вопросы остаются без ответа, и мы до сих пор не знаем, как грибу удается получать такое количество информации со всей галактики. На удивление, количество сигналов необычайно мало для объемов, передаваемой в них информации. Наиболее вероятной кажется теория, что мегагриб существует в нескольких измерениях, где расстояния воспринимаются иначе. В любом случае, мегагриб поддерживает контакты со своими потомками по всей галактике, а эти малые колонии могут передавать данные, которые мы можем обрабатывать. Теперь, когда сеть снова работает, нам остается решить, использовать ли ее для наблюдения. Приступайте к наблюдениям. Взлом кодов, грибная сеть. 19 тысяч единства. Берем, конечно, 19 тысяч. Как можно пропустить? Так, можно последнюю ветку выбрать. Это у нас превосходство мы хотели брать. Принимаем. И, значит, что у нас есть? Нам нужны чудеса галактические и проект Колосс. Титана мы не изучили.
И мегапроектирование тоже у нас не было еще. Значит, простаивает пускай ячейка. Так, отстань. Так, тут что у нас? Так, просто изучает. Так, исследование. Импульсный двигатель. System survey complete. О, правильно. Разбившийся крейсер. На сходящей орбите вокруг газового гиганта Итан Стелла 3 был обнаружен искореженный звездный крейсер. Вероятнее всего, он погрузился в атмосферу планеты в отчаянной попытке уйти от преследования, однако был раздавлен давлением. Корабль находится слишком глубоко, чтобы мы могли его извлечь, однако поверхностное сканирование дало нашим инженерам массу полезной информации. Так, улучшим что-нибудь. Разведка, старатель, наблюдательность. И автоизучение. Так, семи разрушения. Новые раскопочки у нас. Бойня в клетке. Вскрыв шлюз инопланетного корабля, мы обнаружили, что он полон сгнивших трупов. По всем признакам, здесь произошло страшное побоище. Мы осмотрели изуродованные тела членов экипажа и совершенно уверены в том, что они поубивали друг друга, буквально разорвали на части. На этом осмотр корабля можно прекратить, но тогда мы никогда не узнаем, что привело к этой ужасной трагедии. Конечно, смотрим, что дальше. Так, потом тут темная материя у нас есть. Строим станцию. Так, покров. Ужас, ужас имеет лицо. Мы входим в покров. Это особенно бурная область покрова. Ее пронизывают массивные потоки сырой псионической энергии, которые изредка судорожно порождают полуразумных призрачных существ. Пребывая в замешательстве, эти духи часто вступают в схватку друг с другом, высвобождая огромное количество психической энергии в битвах, которые могут длиться тысячелетиями. Если уж на то пошло, несколько таких поединков, похоже, происходит прямо сейчас. Нам следует действовать с осторожностью. Так, ремонт кораблей, продолжительность жизни. Вот это то, что я хочу. Псионического аватара. Да нафиг этот аватар нужен? Продолжительность жизни увеличим. Оп. Получено проклятие. Ха. Зараза. Мощная экстрасенсорная реакция прошла в ответ по нашему каналу. Так, и что это получилось? Темп исследований. Сука. Исследований. Минус 20%.
Блять, на 5 лет, это же пиздец. Ладно. А это у нас где? Так, это у нас... Четвертый из покрова работает. Экстраперфекцион питомец сообщил о недавнем обнаружении тайного прохода во время изучения руин на Луне Перким-3А. Это неожиданное открытие ускорило работы на месте раскопок. Отлично. Так, социология, что у нас там? Ну-ка, отстань. Фракция какая-то. Посольский комплекс. Так, вот это изучим. Омега-синхронизация. Тахионное копье. В последнее время на внутренней политической арене. Так, равноправие чужаков. Ну и хорошо, молодцы. Что я вам могу сказать? System survey complete. Так, автоизучение идет. Так, получили актив. Краткий список целей. Так, пускай делают. Так, превосходство. Скорость строительства кораблей. Содержание, вместимость. Давай вот это содержание уменьшим. Скорость строительства пока не к спеху. Семя разрушения. Фармацевтическая лаборатория. Опустившись вглубь корабля, мы отыскали судовую лабораторию. Ее освещает скудный свет ультрафиолетовых ламп, которые питают аварийный источник энергии. Буйные заросли каких-то пурпурных кустов выпускают густые облака спор. Похоже, что корабельный врач воспользовался лабораторией, чтобы заполнить этим опьяняющим дурманом вентиляционные шахты корабля. Красивая сфера, огонь в небе. Нам стала известна судьба погибшей цивилизации на Луне Перким-3А. И хотя она трагична, к сожалению, в галактике такое случается часто. Она развивалась, повышая свою техническую оснащенность, а вот социальной и политической гармонии не хватало. Со временем они создали средства собственного уничтожения, а затем использовали их. И пусть судьба самого мира и его обитателей не уникальна, кое-что поразило наших ученых. Ничем не нарушаемый бесконечный танец северного сияния на фоне всеобщего опустошения. При более тщательном рассмотрении оказалось, что эффект северного сияния в небе появляется с повторяющейся закономерностью, что противоречит любым нашим прежним знанием о погоде. Возможно, это какое-то сообщение.
Так, разлом с башней. В отсутствии возможности переводить язык местных жителей, мы были вынуждены пользоваться более простой формой связи. Разломная сфера несколько раз мигнула внешними огнями, выдерживая перерывы. Почти тут же существо рухнуло на землю. Испуг от мысли, что, возможно, мы ненароком причинили ему вред, быстро сменился облегчением. По всей видимости, нам всего лишь возносили хвалу или молились. Вскоре к опоре подошла процессия одетых в похожие одежды существ с корзинками в руках, очевидно, дарами. Так, предложить что-нибудь взамен. Ну а что предложим взамен? Ресурс один и тот же. 100 этих сплавов не жалко. Посмотрим, что будет. Так, она у нас какая? Повышение уровня. Посол улучшает отношения. Так, крепкие связи, влияние, максимум доверия. О, влияние надо, давай. Так, священный Нексус. Давай кафедру археоисследования подключим все-таки. Так, раскопки. Дернем рубильник. Кажется, опьяняющий дурман на нас не действует. Если включить корабельные двигатели, мы сможем отправить корабль на базу для исследований. Возможно, секреты фармацевтической лаборатории помогут в разработке биохимических составов, способных повысить боеспособность наших солдат. Провести диагностику, отремонтировать судно, конечно, надо. А то вдруг рванет. Мы заблуждались, когда думали, что на нас не подействует. Что дурман на нас не подействует. Надышавшись им, инженеры впали в состояние исступленного экстаза. Они танцуют в проходах и коридорах, распевая громкие песни. Прежде чем запускать корабль, нужно очистить атмосферу и поймать опьяненных товарищей, пока они не натворили бед. Это займет какое-то время. Ну что, отловить, конечно. Буря звездной пыли. Семь разрушений, раскопки полностью завершены. Корабль оторвался от поверхности. Этот инопланетный дурман — вещь опасная, и все же он может помочь повысить боеспособность и укрепить боевой дух солдат. Но стоит ли здоровье наших воинов такого риска? Может, лучше не повторять трагические ошибки создателя этой субстанции? Изучить перспективную технологию. Урон армии плюс 5. Это надо. На вооружение корабля минус 100% влияние. Модификатор пригодности. Так, давай квадраты поизучаем. Так, этот что делает? А, это автоматическое изучение.
Так, у тебя еще раскопочки есть? Или вообще тебе вот эту систему изучить надо? Так, а этот нет приказов построить станцию. Блин, и энергии много. Чё, пылинок тогда купим? Так, надо что-то посмотреть с кораблями у нас. Купить сплавов надо. Что-то дорого они стоят, конечно. Давай, ладно, купим. Хотя энергии приток маленький. Ну ладно. Так. Управление флотилиями. Усилить. Улучшить. Что там совсем по мелочи? Так, это у нас что, корвет-фрегат? Рейдер это у нас 4 крейсера. Тут, кстати, никого не нанято. Что у нас тут есть? Хитрость, разведка. Давай, короче, возьмем. Так, добавим корабль. То сколько у нас флотов? Сюда почему-то не могу добавить корабль. Одна супер корыта. Так, супер корыта, что мы можем добавить? Линкор. Пускай строят. Так, объект в атмосфере. Так, товары какие-то орден Нумы хочет. Так, получить актив. Актив идентифицирован. Операция близится к завершению. И руководительница резидентуры Дармуга лично присоединилась к операции по захвату нового актива в Арманиканском звездном содружестве. Оставшиеся оперативники готовы предоставить любое необходимое прикрытие. Так, бурь на защиту корабля изучаем.
Рост усталости от войны. Посольский комплекс. Давай квадрат поизучаем. Так, вот эту штуку от бури поизучаем. Актив получен. Руководительница. Так, дала отчет. В общем, актив получен. Как шпионаж. А как уровень внедрения улучшать? Каждый день изменяется. А, ну он автоматически изменяется. Агентурная сеть может расти только при наличии посла, назначенного на роль руководителя резидентуры. Нам проще внедряться в государство, имеющее большой размер государства. И государство, уступающее нам по соотношению шифровки. Так, сбор информации. Внутренняя разведка. А что оно даст? Получить актив. Ладно, пока непонятно. Ну-ка, иди-ка аномалию изучай. Так, башня. Мы больше не будем их беспокоить. Похоже, сам факт нашего прибытия знаменует свершение какого-то древнего пророчества. Жители этой планеты знали, что мы прилетим к ним, и судя по важности сопутствующих церемоний, сегодняшний день стал знаковым для всей их цивилизации. В знак доброй воли мы решили оставить им подарок – небольшой груз современных металлов, снабдив его математической загадкой. Разгадав ее, они найдут координаты нашей родной системы, если захотят нанести нам визит. Все наше взаимодействие мы зафиксировали для потомков в надежде, что эти материалы пригодятся социологам. Ого, единство отлично. Разлом исследован. Так, где он там исследовал? Так, и он пойдет исследовать. Вот здесь разлом, отлично. Так, что-то появилось новенькое у нас. Субсветовая скорость. Три из трех. У нас, конечно, строений таких пока нет. Ну, пусть пока копится, наверное. Наземное сооружение «Звездный сифон» увеличивает вместимость хранилищ. Ладно, пускай пока копится. Традиция. Скорость строительства кораблей возьмем. И это потом. Так, форпосты строим.
Караванщики. Старые и дефективные. Наша космическая база в системе. Мендок докладывает, что флотилия Ветра Фортуны приняла решение эвакуировать и покинуть разваливающийся корабль, который теперь находится на нестабильной орбите вокруг центральной звезды системы. Что для одного мусор? Ну, посмотрим. Основана фракция. Так, караванщики. Что тут, система какая-то, да? Так, нет приказов. Давай проект изучаем. Так, исследование. Модификация пригодности. Тут синхронизация, подождем. Она красненькая, страшная. Или врата тоже страшная. Накопитель щитов. И корвет, фрегат, кинетическая батарея. Так, раскопки полностью завершены. Как и ожидалось, ритмически пульсирующее северное сияние вокруг Луны Пиркин-3А имеет искусственное происхождение. Этот мир окружен до сих пор действующей сетью микроспутников. Эти машины запрограммированы выстреливать импульсы заряженных частиц в верхние слои атмосферы, имитируя солнечные ветры. Шаблоны были разработаны для проекции успокаивающего эффекта в умы населения через подсознательные сообщения, использующие небо в качестве канала для подавления любых негативных эмоций и достижения всеобщего мира. Очевидно, это не сработало. Так, раскопки завершены, это отлично. Где у нас еще есть раскопки? Так, тут рядом не видать. Так, давай вот сюда. Подожди, а как он пойдет? А, вот. Мимо них проскользнуть можно. Не, ну взять физику. И так у нас там замедлено. Что оставил? Все-таки бессмертный лидер. Прям самый мой любимый за всю игру на этой галактике. Так. Что-то было, я пропустил, да? Не прочитал. Так, систему изучили. Так, тут система. Это у нас тоже автоматически изучает. Так, тут чего? Не смог построить станцию. Thank you.
Так. Маскировка, давай изучай. Так, ну ладно, на этом притормозим. Охота отдохнуть.